Счастье в итальянском стиле. Любимая картина Полины Горецкой называется «Феличита. Дама на рассвете и конь мятного цвета». По признанию художника, образ навеян впечатлениями от фильма Федерико Феллини «Дольче Вита. Сладкая жизнь». Вообще, жизнелюбие и обилие цвета, свойственные экспрессионистам, характерная особенность всех ее работ. Будь то портрет, натюрморт или очень женственный образ весеннего равноденствия. Но, по мнению самой Полины Горецкой, для каждого художника важно выработать свой авторский стиль. На самом деле постмодернизм – это общее такое название. Там было экспрессионизм, и чего только не было. Мне очень близки экспрессионисты, мне нравится этот вот цвет активный такой. А вообще мне нравится, когда у человека есть свой собственный стиль, который не подпадает в чистом виде никуда, ни под какое определение, ну просто вот так вот. Техника импаста, широкого рельефного мазка – особенность картин супружеской четы самарских художников Николая Лукашука и Полины Горецкой. Выставка мастеров открылась в галерее «Вавилон». В их творчестве много общего, но они разные. Опытный искусствовед никогда не спутает бурлескную женственность картин Полины и деликатный, сдержанный стиль Николая, такой, как этот пейзаж на пленэре, написанный в Сергиевском районе. Сразу определился, что мне, когда я начал заниматься живописью, что мне нужны широкие кисти, лохматые. Я их специально даже как-то там маленько ножницами подрезаю, чтобы, потому что даже такими кистями у меня получается очень реально, очень все как в натуре. Выставка «Собрание работ художников» продлится до 25 февраля. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.